Поехал. Я расскажу вам о жидких обоях. Они называются силкопластырь. Мне надо только вот это вот все перемешать, как будто здесь. Ну, в общем, там жидкие обои. Вот там есть блестки, очень даже красивые. Вот. Мы вот одну стену сделали. Теперь надо еще много сделать стен. А на где хотите, вот делайте. Как вам желаете. Вот. Так что можно не волноваться, если вы что-нибудь на него прольете. Не волнуйтесь. Если у вас маленечко останется жидкого, жидких обоев, маленечко кусочек. Ой, я забыла уже. Не знаю почему. Ну, в общем, если вы там что-нибудь на стену пролили, ничего. Если у вас будет лишнее что-то, вот вы просто можете вот так-то приклеить и все.